Привет, друзья! И сегодня мы пришли в интересное такое место. Сегодня мы пришли для того, чтобы посидеть и сделать что-то интересное. А делать мы будем сегодня плот, плавательное средство или просто матрас из обычных пакетов. Обычные бутербродные пакеты, мы хотим соединить их. Надуть их, соединить в одну такую плоскость и попробовать запустить и поплавать на этом матрасе. Артем уже подкрепляется потихоньку, уже, так сказать, видит, как он будет плавать. Поэтому, друзья, мы сейчас быстренько соберем. Ну как быстренько, я еще этого не делал, поэтому буду делать вот при вас все это впервые. Но идея такая пришла в голову, что можно вот так вот просто взять и из обычных пакетов сделать себе плавательный матрас. Это типа и дешевле, и интересно, что из этого выйдет. Так что, друзья, оставайтесь с нами и смотрите, что в итоге у нас получится. Поехали! Друзья, есть вот такие вот пакеты, я купил, и такой скотч. Здесь по 100 штук. Вот у нас есть 400 пакетов, из которых мы сейчас и будем делать наш плавательный матрас. Короче, не знаю, что из этого получится, но как обычно, импровизация. Я думаю, будет интересно. Вот такой вот шарик. Ну, я бы где-то вот... Ну, вот такой вот шарик. И завязываем его. И из таких шариков формируем наш матрас. У нас получаются вот такие вот пакетики, уже накачанные воздухом. И теперь между собой мы их будем связывать. Ну вот где-то вот так должно у нас получиться. Сейчас свяжем. Сначала один к другому привяжем, а потом к этим двум привяжем наш третий. Смотрите, вот я навязал такие вот штучки, такие вот модули наши. Из этих модулей мы будем делать их. Сначала сделаем вот такие вот, и потом из них сделаем наш матрас. Смотрите, вот так вот я посвязывал пакеты наши. Этими же пакетами, которые у нас бракованы, я просто их вместе, эти модули с пакетами связал. Сейчас еще доделаем такую часть и испытаем, выдержит ли вообще вот эта вся конструкция на воде. Ну а на этом, друзья, эта часть видео подошла к концу. Поскольку мы или недооценили, или переоценили наши силы, сделать такой матрас из пакетов за несколько часов просто невозможно. И пришлось мне неделю делать этот матрас. Совершенно изменив концепцию и немножко по-другому, я его переделал и покажу сейчас, как я его сделал и что в итоге у меня получилось. Мы перемещаемся на другой водоем и я вам покажу, что в итоге вышло. И мы его испытаем. Всем привет, друзья! И посмотрите, какой матрас у нас получился. В общем, концепция наша поменялась, и мы снимали это видео порядка одной недели. В прошлый раз у нас не получилось собрать, потому что уже темнело, и я как-то по-другому в этот раз придумал связать эти пакеты. Короче, неделю мы просто вязали эти пакеты, соединили вот такой вот матрас. И наконец-то, друзья, у нас получилось плавсредство, на котором мы будем сейчас здесь, совершенно на другом месте, на другом озере сплавляться, и проверим, как он будет держать на воде. Как я вязал, покажу я вам, как я вязал сейчас вот эти все пакеты, как я их связывал. Вот, у нас здесь порядка 500 пакетов, то есть здесь реально все они связаны вместе. В общем, а было все так. Так что наша безумная идея вроде как воплотилась, так сказать, в жизнь. Ну, в общем, мы просто в этот раз я просто не
накачивал пакет полностью, то есть вот таким образом. Вот таких пакетов в одном модуле, таких пакетов 4, они вместе связаны. И вот эти модули по 4 пакета между собой просто переплетены. Вот такое единое целое. И получается вот такой у нас матрасик. В принципе, он довольно-таки, ну, по виду крепкий. А как он поведет себя на воде, это, конечно, мы сейчас посмотрим. Вот он один модуль. И из таких модулей вот так вот состоит весь плавательный матрас. Ну, а сейчас, друзья, пробуем, спускаем на воду. И Артем, как первый испытатель, так сказать, испытает данную конструкцию на воде. Но вы все увидите, что из этого получилось. Я все, вот такой матрас получился. Он уже такой крепкий. Артем уже пошел переодеваться. И сейчас он отправится в плавание на этом вот чудесном матрасе. Но я буду снимать и дам ему камеру, чтобы он поснимал, ну, как он будет плыть. Подсовываю. Короче, Артём погрузился, теперь вот самое главное. Он обоплыл. Стой. А на него залезть-то как вообще? Там уже куски отваливаются от него. Не получается? Нет. Вот так усмокся. Давай тогда сюда, с него. С бревна, может, действительно сейчас прыгнешь. Ну тоже ничего. Ох, нифига себе, у меня даже бревно зашаталось. Друзья, я поплыл. Еще бы эту часть как-то... Не, ну блин, он держит, получается. Да, так он разлазится подо мной. Но он по ниткам скользит, скорее всего. Московская ночь. Слушай, может попробовать просто ближе туда? Я уже на нитке, даже колбаса висит, короче. Давайте аквабокс дам сейчас. А? С аквабоксом поплавает. Валера, я думаю, этот матрас до тебя не доживет. Да смотрю, да, что-то часть я. Что-то у тебя там отвалится запчасть. А так, друзья, с матрасом получается. Неоднозначно, он как бы вроде и держит, но разваливается по кускам немножко. Ну что, друзья, погнали! Друзья, вот наш естествоиспытатель уже приплыл, пришвартовался к берегу. Короче, пакеты держат. Единственное, они распадаются, потому что, может, связаны плохо. Но они не лопаются, они реально держат. Если их побольше, то будет реальный матрас. А с Артема достаем из воды.
Да резко давай, может, тебя как-то. Ну давай. Только не сильно. Все, 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 все. Остановись на них, если что. Ну расскажи свои впечатления, как тебе, в общем-то. Лёха, капец, у меня координация нарушилась. Серьезно? Вот тебе и матрас из пакета. Расскажи свои впечатления, как тебе матрас. Резко, дерзко, динамично. Неожиданный ответ, конечно. И грязно очень. Ну, короче, я так понимаю, что он держит нормально, то есть. Он держит, просто он... Но он связан плохо. Да, он плохо связан, и видите, что с ним произошло в итоге. Но, в принципе, эта конструкция работает. И ни один пакет не лопнул, кстати. Ну, нет, там... А, они отвязались просто, да. Да, да. То есть они вот такими кусками, покажу сейчас. Вот такими кусками отвязались, как бы. Так что, друзья, вот такой ролик интересный получился, смешной. Вот такой вот мокрый Артем уже замерз, потому что у нас сейчас 21 градус. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых, обезбашенных, интересных и нестандартных видео. Всем пока!